Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Все мы помним известное произведение Агния Барто. Но это не про наших бычков. Они идут уверенной походкой, бодры духом, в меру упитаны. Ну и с чувством полноправных хозяев предстоящего года. Новый 2021 год пройдет под знаком белого металлического быка, который обладает благородством, мудростью и решительностью. В преддверии предстоящего года быка мы решили познакомиться с этими животными. Для этого отправляемся на предприятие «Чувашское» по племенной работе, которое основано в 1975 году и является ведущим предприятием по воспроизводству крупного рогатого скота. Сейчас тут содержится 27 быков-производителей. 25 из них являются галштинской породой из черной пестрой масти. Они как из отечественной селекции, так и зарубежной. Из них 14 быков – это быки, завезенные из-за рубежа, голландского и немецкого происхождения. В следующем году мы планируем завоз быков еще и уже североамериканской селекции, это из Канады. Одним из самых крупных местных бычков является Морган. Вес животного – 1 тонна 200 килограммов. Привезли его в Чувашию из Ленинградской области. Вначале был буйный нрав, но со временем освоился и теперь стал всеобщим любимчиком. Характер буйноватый был, значит, как завезли, сейчас нормально ведет, общительнее стал. Составляется специальный рацион для быков-производителей, куда входит, значит, качественное сено, комбикорм с содержанием специальных микроэлементов, витаминов. Значит, дополнительно добавляем в рацион ЗЦМ, заменитель цельного молока, яйца куриные. Как ни странно, но это огромное создание может и агрессию проявить, и в то же время требует ласкового обращения к себе. В целом, каждый бык со своим характером, и для работы с ними нужно искать индивидуальный подход. Всех знаю, потому что они приходят к нам маленькими, уже потом взрослеют. Ну вот, их обучаем. Недавно зашел, он спокойно кушал сено. Он раз вышел и ко мне сразу. Я еле-еле вышел, поэтому всегда надо быть начеку, осторожным. Есть у вас любимчики? Все мои они любимчики, я их не отделяю. В качестве лакомства бычки любят морковь. Эту хитрость используют сотрудники предприятия, поощряя животное за какие-нибудь действия. При обходе утром прохожу, и мирчик поглаживаю, что они очень воспринимают это. Дружелюбность в отношениях мы хотим создать. Ласку, да, добрые отношения они помнят. Некоторые быки злопамятные, поэтому нельзя удалять, бить или что-то накричать нельзя даже. Могут вспомнить вот это отношение через месяц, через два. Даже рассказывают здесь бывалые, которые 30-40 лет работают. Иногда даже забодали, были случаи, через полгода вспомнить вот это плохое отношение к нему. Быки известны своим усердием, надежностью, силой и решимостью. Честные по своей природе, быки амбициозны и верят в идеалы. Желание двигаться вперед и большое терпение помогают быку шаг за шагом добиваться своих целей. Они не зависят от мнения других людей и окружающей обстановки, действуя в соответствии со своими идеалами и возможностями. В цене у хозяина года будут такие качества, как порядочность, умение держать слово, терпение. Тех, у кого нет вышеназванных качеств, бык может и рогами поддеть. Как вы видите, полновозрастные быки – это очень крупные и активные животные. Отличаются быки своим активным нравом, здоровьем. Я желаю в следующем году, чтобы все люди, граждане нашей республики, были такие же активные, такие же здоровые, как наши быки-производители. Бык любит и умеет трудиться, и ко всем, у кого есть такая же особенность, относится с уважением. В этом году хорошо заниматься своей карьерой. С наступающим вас Новым годом и этого бычка вам на удачу!